Молодые учителя, методисты, общественники, многодетные мамы и папы пришли на родительский лекторий. Почерпнуть новые знания, чтобы улучшить понимание и качество семейного воспитания, никогда не поздно. Проблема конфликтов стала темой круглого стола. Депутат законодательного собрания Приморского края Галина Овсянникова провела встречу, где участники обсудили стили поведения в конфликтных ситуациях. Мы с вами остановимся на двух конфликтах – на внутриличностном и межличностном конфликте. Собравшимся дали возможность обыграть конфликты, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни. Рассмотрели ситуации в магазине, в общественном транспорте и в быту. На примере диалогов детально разобрали случаи поведения в ссоре оппонентов. Как разрешили вы конфликт? Это четвертая стадия. Рассчитались и разошлись. Еще как можно. Участники узнали, что существуют разные стратегии поведения в конфликте и несколько способов выхода из них. Задача таких встреч – дать современное знание о психическом, физическом и интеллектуальном развитии. Мы должны быть терпимыми, уметь воспринимать окружающих нас людей такими, какими они есть, но при этом не забывать, что мы должны быть воспитанными. Это очень важно. Родительский лекторий прошел в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Программа дает возможность повысить эффективность воспитания, стимулирует укрепление молодых семей. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс.